Нашла. Вышла тонкая кофе, голограмма такая расплывающаяся впереди. Все конструкции в тонкой копии. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Кирилла в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Кирилла поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Тяжелый он. Помочь? Нет. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Кирилла, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он чихает, говорит, да, доверие. У него вот эта голограмма впереди, она мешает ему. Он за ней стоит. Хорошо, силой моего намерения я даю команду. На счет три эта голограмма, стоящая перед Кириллом, отключается. Один, два, три. Полностью, до последнего проводочка отключается, до последнего чипа безболезненно выходит из всех семи его тонких тел. Он на ней как на подставке стоял. Хорошо, скажешь, как выйдет? Она такая тяжелая. Вышла. И отправляю в клетку-тюрьму. Хорошо. Так легче, Кирилл? Намного. Поехали дальше. И я даю команду на счет три сканер сканирует пространство над головой Кирилла под ногами. 360 градусов вокруг него. Все семь тонких тел Кирилла находит все. Бес вышел у него сразу. Бес. Хорошо. Дальше. Суккуб. Ну, я вижу спрута у него на голове, а не пойму, чья голограмма. И от этой голограммы выстраивая канал к ответственному. Один, два, три. Притягиваю его в соседнюю клетку. Стоит, становится моим заложником. Это гуманоид, но он в каких-то кругах. Такое ощущение, что он не может притянуться. Влад, защищен этими кругами. Просканируй эту защиту сейчас. Видишь ее? И сожги ее на счет три. Как кольцо. И сожги ее на счет три. Подбери ключ. Готово, он упал в клетке. Отлично. И гуманоид получает удар. 1 000 000 герц. Удар. Он руку выставил, не бей. Еще решил со мной в театр здесь поиграть? Что ты устраиваешь здесь? Я нахожусь далеко, это не театр. Ты находишься далеко, и что находится у меня в клетке сейчас? Голограмма, установленная мной. Давай попробуем выстроить канал к тебе. На счет три выстраивай канал к оригиналу. И притягивай в клетку тюрьму. Один, два, он три. Оригинал. Он имеет в виду, что ему, чтобы появиться, он пересекает какие-то границы, он показывает. А, понятно. Он что, в другом измерении находится где-то сейчас? Параллельно? Много где, да. И таких голограмм много у него. Вот этим благодаря кольцам как-то перемещается. А что это за кольца? Через порталы. Ага. А откуда ты, гуманоид? Ориона. Орион. Ловец душ? Или просто экспериментал? Нет, я бы не сказала. Это определенный проект. Хорошо. Причина твоей подключки к этому человеку? Сбор информации с людей, ДНК, привычки. Это твоя голограмма тяжелая вот эта стоит? Да. А зачем ты такую тяжелую голограмму установил в человека, если ты хочешь только собирать информацию? Он стоит на ней, и его все инстинкты проходят через нервные ступни, и каждое микродвижение отражается в голограмме. И зачем? Это копия, которую мы забираем наверх. Ты же понимаешь, эту копию ты уже никуда не заберешь. Эту не заберу, понимаю. Удивляет ваша агрессивность по отношению к человеческой расе. Конечно, гуманоид. У меня нет никаких оснований считать вас за дружественную какую-то интеллигентную, высокоразвитую цивилизацию, если вы занимаетесь, считаете нас за муравьев и делаете над нами такие испытания. Вы перешли на какой-то другой уровень. Не знаю, пока еще недостаточный уровень для но того, у нас чтобы... есть договоренность с вашим правительством. Каким вашим правительством? Лично у меня нет никакого правительства. На Земле. И кто это? Какое в обмен правительство? На... Ты понимаешь, наша Земля разбита наши на очень... Наши эксперименты вы... Мы предоставляем вам технологии. Каким странам? Ты знаешь, что вообще Земля состоит из очень многих стран? Их, по-моему, больше 200. Как ты можешь утверждать, что у нас есть какое-то
особое правительство, которое... Я не говорил про особое правительство. Ну, ты сказал про с вашим... Это договоренность. Ты должен был договориться с 220 странами на Земле. У нас нет одного правительства. У всех стран есть договоренность, у большинства. У кого-то с нами, у кого-то с другими цивилизациями. Больше 900 цивилизаций. И вы знаете самую маленькую часть. И сколько эта договоренность уже действует? 90 лет. 90 лет. Ну, как раз последние 90 лет, где произошли такие глобальные изменения на Земле. Хорошо, Вера, давай вернемся к нашей работе. Итак, посмотри в клетке. У нас стоит бес, суккуб, гуманоид или копия с Ориона. Кто еще? Спрут. Вот. Сейчас, гуманоид. Не бес, а демон. Демон, хорошо. И суккуб. Итак, демон, суккуб, гуманоид и спрут, да? Хорошо. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 25 лет. Вот, Вера, как я и говорил, тот, кто больше 25 лет сидит в биополе, тот и будет ответственен за его проблемы с дыхательными путями. Гайморит, гайморит, голова, нос, давление в глазах. Твоя работа, спрут? Спрут в слизи весь, он как лучит. Дышит вот этой слизью. Так, гуманоид, сколько ты находился со своей голограммой в его биополе? 13 лет. Суккуб, как долго ты находился? 4 года. И демон, считай у него герцовку над головой? 14. 14-герцовый демон? Да. А что ты такой радостный? Объясни мне. 14 герц — это не шутка для человека. Мне интересно, на какие частоты ты зашел. Ну, радость твою, в принципе, я понимаю, что ты зашел и долго сидел. Но сколько? 7 лет. Объясни мне в двух словах, какая основная черта, на которую ты зашел? Что тебя притянуло? Какая черта его характера? Какая реакция эмоциональная соответствовала твоему уровню? Его творчество приводит к сумасшествию, бессонным ночам, усталости. И какой-то определенной грани я наблюдаю и захожу на эту грань. Подожди, о какой грани ты говоришь? Добра и зла? Нет. А какая именно? Потому что человек занимается, у него такая профессия, связанная с искусством. Где, какую грань он переходит, где он цепляет энергии, в смысле, где демон чувствует себя добро пожаловать. Он испытывает эти чувства на себе, или он как-то это... Творческие люди, нервные люди. Ну да, это есть. Такое. Есть грань этой нервозности, срывы, тупики. Хорошо, демон, но ты понимаешь, есть такие сопутствующие энергии, например, ну, я бы мог назвать, скажем, гордыня, или... эгоцентризм, когда все вокруг тебя крутится, или я выше всех, я лучше всех. Это я мог бы еще понять, но ты совсем другое назвал. Чтобы дойти до этих черт, нужен кто-то, кто будет подстегивать. Вот я этот кто-то. Но мне нравится обламывать в конце. Значит, это можно практически... Я любитель этого. Я понял. Ты главный обломщик, это ты практически являешься тем, кто поломал ему все возможности всех его контрактов, правильно? Да, этим наслаждаюсь. Хорошо. Его поскольку разочарование. Вот как. Интересно. Хорошо. А как ты это делаешь? Можно у тебя уточнить? Ты можешь похвастаться? Как можно? У человека подготовил, все приходит энергия. К кому? То есть энергия, которую я выпускаю. В момент разговора с контрагентом Кирилла? Позже. То есть люди воспринимают его нормально, потом ты выпускаешь какую-то энергию, и эта энергия кого достигает? Тех людей, с кем он общался, правильно я понимаю? Принимает решение. Кто принимает решение? Хорошо. Какие энергии ты им посылаешь? Как это можно себе представить? Блоки ставлю. Вот как. Угу. И человек испытывает что в этот момент, когда ты поставил этот блок? Отвращение, настороженность, тревожность, страх? Как оно воздействует на контрагента Кирилла? Как команда. Кирилла? Ах, то есть практически запрещающее. Отвращающее. Отвращающее. Демон, мне интересно с тобой разговаривать. Я тебе сегодня... Тебя интересуют лярвы, находясь в биополе Кирилла? Интересует. А эмоциональный фантом со всеми этими? Хорошо, значит, тогда
придет время, я дам тебе определенную команду, и ты ее тогда сможешь забрать. Поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Кирилла спроецировать все энергетические и сферические каналы. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Пошел поток. К спруту идет слизь. Усиливаю потоки к спруту в 100 раз. Могу себе представить, как наше там выглядит все. Спрут, 25 лет. Ты что, вырос там и состарился в этом биополе или как? Ты понимаешь, сколько ты человеку принес вреда? Я не понимаю, откуда у тебя такая паразитарная агрессивность? Сейчас фурчать будет опять. Да, он фурчит и собирает просто эту слизь, которая идет. Поглощает ее полностью. Я бы очень ему советовал. Объясняю почему. Потому что после реверса энергии мы проведем проверку несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то оставит что-то или забудет, может случиться такое, что он сгорит. Я выстраиваю канал к этой голограмме. 1, 2, 3. На счет 3 Кирилл отдает в эту голограмму все негативные патогенные энергии, которые он был. Пошел мощный поток назад. Как знаешь, такие ультрафиолетовые толчки идут. Спирали такое возвращаются. Хорошо, гуманоид, ультрафиолетовые спирали, вот это все. Это что такое, объясни мне, как оно воздействовало на его биополе? Какие-то энергии, что они несут? Энергия, которая соединяет его с этой голограммой и синхронизирует полностью. А, понятно, хорошо. Слушай, расскажи мне о твоих вот этих кольцах, которые вокруг тебя находятся. Это что у тебя такое было? Защита для перемещения в порталах. Сколько там герц? Можно поинтересоваться? Здесь другие измерения. Угу. Ты понимаешь, есть такие... Квантовые. Ах, квантовые. Ну и как мне это понять, находясь в другом измерении? Неужели нет такого сравнения, которое могло бы показать принцип действия этих кругов? Я не понимаю, понимаю вопрос. Я не понимаю тоже, почему ты не понимаешь, если я тебя спрашиваю, сколько герц у этой защиты было, у этих кругов? Больше миллиона? 3 миллиона? 5 миллионов? Какой аналог в вашем измерении находится? Герц. Это реально зависит от того, куда я передвигаюсь, насколько далеко. Давай исходить из того, что ты находишься где? В матрице Земли находился. Или твоя копия, или твои подключки. Значит, меня не интересуют подключки на Марсе. Я давно правильно? Там не нахожусь. Значит, ты не хочешь отвечать, да? Я не понимаю вопрос. Я не нахожусь здесь. Здесь находится моя голограмма. Я давно в других местах перемещаюсь по разным галактикам, делая свою работу. В данный момент ты притянул меня с параллельной галактики, поэтому мне нужны были эти круги, чтобы переместиться по порталу. А где ты сам? Голограмме. У тебя есть физический биоробот? Это моя копия. Я поэтому и спрашиваю, у тебя есть физический биоробот? И где он находится? В Орионе. Недооцениваешь ты наши возможности, гуманоид. Оставим этот вопрос. Хорошо, как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Устанавливай фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Кирилл забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Посмотри, что возвращается из голограммы. События возвращаются его. На протяжении этого времени потоком идут. Гуманоид, скольких еще людях ты поставил свои голограммы? Я вижу, что там их немало. 125 человек. Серьезная продуктивность у тебя, конечно. А что ты делаешь со всеми этими энергиями, со всей этой информацией, с этими голограммами, когда ты их забираешь назад? Продаешь? Меняешь? И то. Понятно. Делаю копии из этого. Выращиваю биокопии. А что эта биокопия может делать? Частицы его сознания и памяти. То есть это появляется какой-то человек? Его копия. Его копия? То есть она в теле, она в физическом теле или как? Или выращивается. Или... Так это получается практически готовый раб. Именно так. Значит, ты делаешь... Много таких людей. Я знаю, что их много. Ты скажи, они дают как-то свое добровольное согласие на эти акты, как в этом случае? Они не знают об этом. Ну, ты, значит, нарушаешь-то законы мироздания. Тебе это не кажется? Или там, где ты живешь, нет закона мироздания? Там, где твое находится
твой дорог. Есть договора между то есть цивилизациями. Хорошо. Ты уже говорил насчет того, что ты заключил, или вы заключили договор с цивилизацией 90 лет, на 96 лет назад. Но эти люди уже не живут же, по-моему, на Земле, с которыми ты заключил. Развитие и технологии продолжают передаваться. А какие технологии вы конкретно передали, чтобы я мог понять масштаб ваших технологий? О чем идет конкретная речь? Я понимаю, планирование, перенос сознания, техногенное устройство, перемещение в порталах. Уже есть перемещение в порталах на Земле? Это существует давно. У нас слухи только на Земле ходят. Ну, действительно, кто-то это все скрывает. Хорошо. Так, реверс закончился, Верочка? Да. Поехали дальше. Переходим к процедуре вытаскивания всего. Начнем тогда со спрута. Спрут, выходи. Он снимает присоски, голова, плечи, шея, лицо. Как я его вижу, он как мешок на голове сидел. Аж вниз туда спускался. Собрал. Отправляйся в клетку. Хорошо, гуманоиду выходить в принципе не надо. Мы все вывели? Или ты уберешь? Остались еще подключки. Хорошо, убирай, не выходя из клетки, приступай. То есть ты контролируешь 125 сейчас биороботов, если так можно понять, правильно? На Земле. А есть еще на других планетах? Есть. И вся ваша цивилизация занимается этим бизнесом? Это ж не бизнес. Не только наш. Понятно. На сколько лет вы нас опередили? Вся галактика занимается бизнесом. А нас вы как? Друг с другом. Я понимаю, что вы продаете друг другу. Знания, разработки или биоматериал других людей, которые понятия не имеют об этом, что вы их биоматериал клонируете? Есть цивилизации, которые не любят и конфликтуют, но не доводят до нападения. Они держат мир между собой. Это напряженное собрание, где они договариваются. И эти силы на Земле находятся? Их меньше 9 человек. Вернее, не человек, а разных цивилизаций. Да, можно так сказать. Никто не хочет войны. Находятся они в этой галактике. Все планеты поделены и заняты. Это я знаю, да. Это я знаю. Но мне интересно... Каждый здесь... контролирует свое. Понятно. То есть эти 8, они, или меньше 9, они считаются как бы бессмертными? Меньше 10. Они являются бессмертными или представителями? Мы говорим про цивилизации. Ах, вот как. Меньше 10 цивилизаций, которые участвуют в этом процессе. Ну, хорошо. Получил представление. Он снялся. Хорошо. Так, спрут, гуманоид, суккуб, выходи, снимай все, что ты оставил в биополе, Кирилла, приступай. Скажи, гуманоид, а вы контролируете вероятность ядерной войны, которая может возникнуть сейчас на Земле? Те люди, которые ответственны за принятие решений, насколько мне известно, они находятся, скорее всего, под вашими воздействиями. Так это или я ошибаюсь? Или принимают решения под вашими воздействиями? Мы вовлечены, но не настолько. Есть и другие цивилизации, которые заинтересованы. Драконианцы, рептилоиды и так далее. Понятно. Драки. Драки. Вчера встречались только с их представителями. Оказалась одна из древнейших цивилизаций. Это рептилоиды. Это рептилоиды, рептилоидная раса. А как у вас взаимоотношения с рептилоидами? Все драки рептилоиды, но не все рептилоиды драки. Ах, вот как. Скуп снялся. Хорошо, еще один вопрос. Получается, если поставить одного драга и одного рептилоида, рептилоид всегда будет на порядок выше, да? Нет, драки выше. У них есть определенные... А смысл? Я хотел сказать, драги выше, да. А ящеры? Психологическое воздействие. Они всегда знают, что вы думаете, что вы знаете. И они всегда могут нас просканировать и считать это все ментально, да? Да. Ух ты, действительно. Развитая цивилизация, нечего сказать. Хорошо, демон, выходи, твоя очередь. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Что там, кстати, оставил в биополе? У него конструкция, много что оставил. До самого пояса. Руки тоже. Как перчатки металлические. Аж металлические. А как они действовали, объясни, демон. Металлических мы, по-моему, еще не видели, Вера. Почему? Качели, например, которые сейчас снимают в этом плане. Все это тоже такое утяжеленное.
Ну, понятно, качели, крепления к ним и так далее. Хорошо. Я просто говорю за перчатки железные. Перчатки такие же. Все снял. Хорошо, скажи мне, Демон, где у него лярвы находятся в его биополе? У него на голове, где сидел. Спрут. Спрут, вот лоб вниз. Хорошо, я тебе разрешаю забрать все лярвы. Приступай. Да, он снял ее. Хорошо, возвращайся назад. Кирилл, вы видите своих доброжелателей, находящихся в вашем биополе? Понимаете причину? Говорит, это ужас какой-то. Ну вот, вот так вот они и живут. Практически в каждом из нас. Почти. Готова синхронизация. Рассинхронизация. Хорошо. Включай внутренний белосвет Кирилла. 1, 2, 3. На счет 3, Кирилл, выдавливает из себя все негативные патогенные энергии. А точнее, они формируются в шар перед Кириллом. Пошел процесс. Готово, шар есть. Большой? Небольшой, но там от спрута и от голограммы, от, как молния ультрафиолетовая. Отлично. Под ним открывается портал галактическое ядро, и шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Все чисто. Хорошо, мы здесь закончили проверку, все прошли. Демон, готов уходить? Да. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, суккуб. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Суккуб уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, спрут. Готов уходить? Готов. Даже не думай возвращаться, что встреча будет наша с тобой фатальной. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. И спрут забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Да, на связи. Я приветствую тебя, Ли. Я не знаю, кого я, честно говоря, притянул, потому что я понял, тут очень много копий где-то летает. Или это тонкое тело, или это копия его. Посмотри, пожалуйста, наш сеанс. Они заберут его для беседы, голограмму уничтожат. Хорошо. Открывается под голограммой портал галактическое ядро 1, 2, 3. Голограмма уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Все ушли? Да. Поехали дальше. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Кирилл, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Так и чувствую гармонично. Вы видели, кто там у вас сидел, и понимаете, как они влияли теперь на вашу жизнь. Я сейчас почему-то подумала, что я очень мало времени уделяю душе и ее развитию. Это не почему-то, это правильная мысль, которая, возможно, вам блокировалась интерферентами. Теперь вам ничто не мешает, заполняйте себя энергиями, заполняйте, читайте манифест. Ваши цифры энергии и вибрации вы знаете, соответственно, и сбрасывайте негатив, как мы выдавливали из вас шар. А ведь это интересная тема. Это, в принципе, главная тема, для чего мы сюда пришли, на эту землю, потому что все остальное не даст нам наши планы совершить, если мы будем поражены этими интерферентами и не иметь гармонии в своем биороботе. Будем возвращать вас назад, чтобы все энергии перешли на физический план. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Кирилла в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. У него вот этот поток гармонии, он почему-то в нем бирюзовая энергия. Ему очень важна гармония. Готово. Отлично. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.